Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть. Го. Ну, го, ребят, ну го. Блин, на самом деле с этим драконом мне не особо нравится старт, но... Окей, найс. Лучше подо, чем никогда, верно? Насколько это хорошо, насколько это вау. Три-четыре. Тумач, да? Тумач для нас. Ну ладно, если то, что дается, возможно, он оки-доки, может быть. Ну, куда его забафим. Кстати, я бы, наверное, здесь попробовал, ну, остался бы, попробовал собрать себе именно триплет сейчас фронтмена. Если получится вдруг. Ладно. Если вдруг получится, то, по идее, сейчас мне два дракона сразу даст. То есть это происходит всегда. Вопрос только здесь. Пока, дракон Мурлок. Давай так. Я просто, ребят, долго смотрел, пытался понять, кто из них предсмерть. Кто из них больше похож. Е-е-е, не делать уроки. Бессмерть теперь в Т4, да. И его еще поменяли, что он не бафается сам за себя, он бафится только за других драконов, что, как по мне, было очень тупым изменением, если честно. Каждое поражение делает тебя сильнее. Как раз то, что тебе надо. А, эта штука дорого стоит. Можно поставить, продать, забрать, забрать, я не знаю, стоит того. Кого-то дан 2 стоит. Вон, карта уже стала 8-10, когда только-только купил. Она бафается за счет, ну, своей плюшки, да? Когда у вас все сейчас на столе. Бафается сейчас за счет спыла и все еще под торговкой. А еще дракон бафает. Тут 4 дракона успеха получил. 4 здоровья, ребят. Ладно, давайте не будем его тасрашить. На него, да, можно было дать. Но вряд ли это хочу делать. Я бы лучше дракона пустые разобрал, и пусть все это дело бафается. Поехали, малофакнем. Не будет площадь. Нужно триплета, нужно, возможно, кейс голд кого-то выйти. Нормально. Задки дракона забрал. Триплет стоун хочет играть. А, сегодня чувствую себя намного легче, стримы лечат, это хорошо, что поправляешься. Кейсгоса не будет. Для начала нужен триплет чего-то, а там уже потом отсюда кейсгоса. Пиши на 5-1. На самом деле, это хороший мув, это, ну, сильная карта, все такое, но... Ох ты ж, ё-моё. Посох, ребята, мне дает, чтобы я получил себе... 4 дракона.
Потом у меня сработает гулкеры, которые я сделал. Каждый 2-2 дает еще. Офигеть, эта штука просто вау. Еще каждый 2 сработает. Ё-моё. Ё-моё, ребят. Заклинание, да-да, я просто говорю, что делает, что он дофига всего делает. То есть 4 дракона, прокс себя 2 раза, прокс себя 2 раза. Ты сработаешь 2 раза по 2-1, еще 2 раза гулкий рык сработает. А еще, ребят, самое главное. 2 банана я получу, верно? Это самое главное. Дарнозма. Драконы 2, подождите. Драконы 2. Ребят, шанс на то, что я отсюда поймаю сейчас Дарнозму одного. Мне нужен один Дарнозма отсюда, это триплет. В начале хода я теперь. В начале вашего хода получаете 2 банана и выдаете 7 по банану. Да, 100, вы думаете прям точно раскопать? Ну давайте, хорошо. Кажется, так на втором драконе, да, и на нем дракон. Все верно, в конце хода тоже будет получать. Мройс, ну надо, чтобы отсюда, значит, прокнул. Смотрим. Ноп. Слушайте, триплет такой прокнул. Писька дракон. Идеально. Идеально, ребят, идеально, перфектно. Цепла раскопаешь, не он дает, не боевой кейч, он дает хрип. Это в любом случае классно. Я могу отсюда раскопать колец Госса и, я не знаю, поставить охотника на собирателя под колец Госсом. Получай, кстати, коляской. Я все еще могу у него Дарнозму забрать, ну, смысле, сыграть. Все, не, ладно, не стоит. Ладно, стоит. Забрал. Рерол тоже забрал. Йоньк? Да вы что, издеваетесь, что ли? Йоньк? Подожди, мне столько всего надо сейчас поставить. Вопрос только, ну как? То есть это происходит, ты уходишь. Я обязан еще его ставить на стол, то есть ты, да, уходишь. Потому что мне нужен слот, мне нужна девочка. Девочка будет с ним работать. Сейчас увидите, как мне вообще сработает. Потому что тебе приходится уходить. Телескоп на Дарнозу будет, поэтому что делаем? Забрал, вот так что-то прокрутил, отсюда батлкрай, дешевый. Показалось. Дракона пися нужен, так. Поставил, продал. Сыграл-то вперед его. И теперь копаем и триплет. Писька дракон, это еще лучше, да, кажется? Блин, или нет? А, там у него драконы просто были. Ну, в смысле, я девочку только что украл, я могу еще девочку украсть. Это Кайзгос может быть. А, поехали. Ничего не дали. Крыла-то классные. Кому-то, ребят, точно не поздоровится. Короче, я предлагаю что сделать. Я предлагаю вот так посидунькать, наверное, один ход. Йоньк. Точно классная эта штука бафа. Сейчас нет... А ну-ка, забафай его. Сколько там забафаешь? Я не вижу, сколько он стал. 3.50. Окей. Будем дракона пусты продавать. И это будет наш слот для того, чтобы крутиться. Его точно классно бафать. В лейте это прям unstoppable штука. То есть раньше его можно было остановить через Лероя. Сейчас он просто небалансный дракон. Ну то есть, если есть возможность упекать, надо упекать. Никто не сменил, что хотел украсть девочку. Конечно, мне две девочки и этот. Триплет девочки был бы классным. Было бы то, что нужно. Так, обилку, наверное, не стоит менять. Наша обилка настраивает, верно? Так, Катыш, твой трекич. Нужен бран, согласен. Брисмер тоже точно поздно.
забрать его. Пусть будет реплетом. Есть смысл делать всех таунтами, кроме исказителя. Ну только если у тебя будет по КД прокать, наверное, баф из стенок. То есть ты такой делаешь ролл, у тебя 2-3 падает баф в стенку. Ролл, еще 2-3 баф в стенку. Еще ролл, еще баф в стенку. Ну ладно, окей. На самом деле его не очень хочется делать стенкой. Как без него такое выигрывать? А, ты про Лерой говоришь? Ну, большими статами или сейчас что-нибудь... Там Атодора ввели, он тоже там может где-то помочь немножко. Ну и сам надо, чтобы я там него атаковал. Кажется, ты идешь к победе. Шмырлоки. Вот я все чаще и чаще вижу, что ребят на шмырлоках играют, неплохо играют. А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил. А ну-ка, уберите-ка ограничение урона, секундочку. Эффекты конца хода. Чат. Что думать насчет посоха чисто ради песчаного дракона? Чисто ради него одного. Дорогая веревка. Я тоже думаю, что заберем. Давай лучше. Шмырлока нет, да, у нас, чтобы скорскопать. А жалко. А, пасину не, а пацану не хотим. Так, играю каждую карту. Ты мои треки не скипай. А то как? Я смотрю, давно не месть стримов не было. Я проскипал, что? Ай, вокруг, ну все. Ну, ладно, все, извини, вокруг. Все, поставлю. На колени, преклоняюсь. Преклоняюсь, извиняюсь. Смиренно прошу прощения. Или может это моя накатовочка, чтобы я этот... Аниме-треки послышал, да? Ну-ка, ребят. Все, может, ЛЕ поставить вместо него, чтобы баф получить лучше, да? Падениц. А, все тут можно тащить, поехали. Спасибо. Спасибо. Бран уже здесь. Такого чувака... Ой, такой чувиху было неплохо тоже поймать. Зири 4. Хорошо, кстати, карта. Хорошие две карты.
Хотя, подождите, если он трепец соберет, то будет здорово. Ладно. Не стоит, не будем. Бран отсюда. Сидуйка, ребят, сидуйка, пипичил. Хотя клип на песню, а там клипчи есть. Ну то, что мне скинул. Сейчас, секундочку. То, что мне Альберт скинул, там. Считай просто. Моря. Короче, у меня вот что-то вот такое так показывается. Примерно вон, видишь, одни луга и... Все зеленым-зелено. Забай, ну не надо, за что? Ай. Подожди, я ж сильнее тебя. Я просто сильнее. Не понял. Ничего, чат не понял. Но я просто сильнее. Скорее там просто этот. Вначале показывал много процентов на победу, все такое. А потом... В один момент он увидел, что там вваливается зверь, он такой: «Эй, у тебя там 0% победа». «Нет, Руслан, ничего ты не выиграешь». Шмырлоки, да? Против пиратов бы лучше оставить, наверное. Уф, это что такое вообще? Это что за магаст? Это нелегально. Это слишком жестко. А подождите, я же отсюда что-то могу копать. Я не могу. Банана три... Кто-то зря еще играет. Эй. Таракалис Гос. На нем места, если честно, нет. Можно просто в руку забрать место же... Ладно, давайте. Пусть будет так. На следующий делаю левел ролл, и там мне с обилки упадет сразу же колес гос, и я в трепе таким образом соберу. Но пока на него места нет особо. Да, я знал, что там будет под эту штуку очень много маленьких мурлоков. А еще подождите, если бы у чувака был мурлок 6-й таверны, вот этот вот хоровой мурлок, то вперед бы сначала сработал перехват инициативы, да? Он получил бы... Ну, то есть 6-6 стало бы 6-1, а потом бы он получил, ну, типа, баф с руки и стал бы все равно огромной картой. То есть все, что он бы сделал, потерял бы 5 здоровья. Мне кажется, 50 на 50. По-моему, карты, вначале эти штуки срабатывают, а потом уже плюшки карт. То есть обилки там срабатывают, потом эти всякие такие штуки, а только потом карты. Топ-6 в Европе у нас, что ли? У нас с вами. Но мы играем на топ-6 Европы с вами, ребята. Сколько под крапер это вернем? Я, кстати, не знаю, буду его продавать.
Так, есть у нас Пися Итер, есть у нас Мурлок 2-3, у нас есть Музыкант. Три ключа хватает. Ладно, поехали, давайте крутиться. Не хватает, ну и хорошо. О, хорошо. Можно поставить Синдрайн закрывашку? Там у чувака этот волк в реборне. Пим-пим-пим-пим-пим. Яблочко. А ты сейчас там играешь на топ-6, без тебя чат играет топ-1. Ну хорошо. Ну хорошо. Ну, Снага тоже станет 1 хп, потом 2-3 хп, подожди, какой нагой. А, в смысле, Мирбина, что ли? Гигант там банане. Но. Сейчас зверь валивается. Ладно, пока не валивается. В банане. А теперь я лузаю. Почему теперь вот все пишет? Теперь я слабее. Или не слабее? Он смотрит на то, что эта штука будет вечно атаковать. 60 на вылет. Ты че? Жестко так перебываешься. Я никогда не вылетаю. Я вообще выиграл. Ну все, я понял. То есть, когда один зверь... Типичный тектрекер. Один зверь вываливается. Огромный зверь. Пишет... Ну, ладно, окей. Забираю тебя там, не знаю. 10% от силы. Вываливается другой зверь. Который его меньше в два раза. Нет, тут уже лузаешь. Тут я 90 с чем-то на луз. И еще и на вылет у тебя будет 60 с чем-то процентов. Спасибо, трекер. Все логично. Подписывайтесь на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть.